Более 70% составляет готовность нового дома культуры в Горках Десятых. В новом здании разместятся три блока – спортивный, концертный и творческий. Возведение ДК в поселке стартовало в конце ноября 2019 года и завершится уже в сентябре, на два месяца раньше срока, указанного в контрактных документах, сообщил Андрей Иванов. Общая площадь здания – около 6 тысяч квадратных метров.